Борис и Хадер. Советчики. Наша ива не ленива. Целый день рисует ива. Есть бумага, кисти и краски. Красным губки, синим глазки. Кудри цвета золотого. Вот и девочка готова. Поглядите, просит ива. Как по-вашему, красиво? Подлетела к Иве Майка, знаменитая всезнайка. Ива, у тебя талант, подрисуй только бант. Наша Ива не спесива, тут же бант рисует Ива. На картинку смотрит Ирка, и у ней нашлась придирка. Дам тебе один совет, выкрась бантик в красный цвет. Наша Ива не строптива, красный бант рисует живо. Наконец явился Славка, молодец, но есть поправка. Бант, по мнению моему, совершенно ни к чему. Ива очень терпеливо достает резинку Ива. Смотрят Славка, Майка, Ирка. Вместо банта стала дырка. А теперь, спросила Ива, как по-вашему, красиво?